На Боровском шоссе в столице России произошел инцидент со стрельбой. Полиция попыталась остановить подозрительного гражданина, но он никак не отреагировал и решил скрыться на белом фургоне «Мерседес». Во время погони мужчина врезался в один из служебных автомобилей полиции, но все-таки продолжил движение. Чтобы остановить нарушителя, стражам правопорядка пришлось использовать табельное оружие. Они сделали несколько выстрелов в сторону автофургона. После этого водитель наконец-то остановился. По предварительной версии, мужчина хотел совершить автоугон, так как на Боровском шоссе в районе задержания подозреваемого был обнаружен внедорожник со следами взлома.